Сегодня мы встречаем Самарский сводный хор. Артисты принимали участие в праздновании Дня города-героя Севастополь. Всего же в составе коллектива 90 артистов из хора ветеранов войны и труда, а также Самарского губернского молодежного хора. Сводным хором руководит заслуженный работник культуры России, почетный гражданин Самарской области Владимир Ощепков. Говорит, что артисты с радостью рассказывали всем жителям Крыма о Самаре. Севастополь – прекрасный город, жители там очень милые, хорошие. Так что были бы 6 концертов дали и в Севастополе, и в Саке, наш почет второй он. И, в общем, везде и всюду. Приятно встречаться с хорошими, добрыми людьми. Это Севастополь, это наш легендарный Севастополь. Поэтому мы Самару не подвели. Певцы выступали для ветеранов Севастополя и моряков Черноморского флота. Принимали участие в концертах и фестивалях. Заодно загорели, накупались и привезли целые чемоданы сувениров и впечатлений. Везде флаги, везде плакаты. Ну, все говорят о том, что они счастливы, что в России. Вот с кем мы не встречались, в общем-то, все говорили спасибо. Спасибо, что вы с нами. Для всех тех, кому повезло оказаться на железнодорожном вокзале, артисты сводного хора приготовили сюрприз. Исполнили несколько композиций из концертной программы. Мы провожаем гостей, приезжали к нам в Сибири, да. То есть как-то удивительно даже увидеть такое на ЖД вокзале. Очень нравится. Нравится, аж мурашки по коже. Просто гордость какая-то. Если Севастополь – гордость русских моряков, то сводный хор – настоящая гордость Самарской губернии. Еще не раз планируют удивить горожан своими выступлениями. В ближайших планах – концерт в сентябре к юбилею Самары. А на следующий год хор снова отправится в родной уже город-герой Севастополь. Юлия Черняева, Алексей Золотенков. События.